где закончил консерваторию, а потом его Утесов, Леонид Утесов, пригласил в первый в СССР, ну, как это, концертная организация начиналась, что, как это называлось-то? Эстрадный, в общем, театр. И они там с Утесовым начали, и Дунаевским, начали готовить музыкальный магазин, джаз-оркестр. Минх играл на рояле. Еще он играл в «Веселых ребятах», тоже Утесов ее там позвал. И еще он играл в «Веселых ребятах», где они, вы помните, сцена, дерутся на репетиции, да. Вот он играет там на рояле, потом он висит там наверху на этом, на абажуре. А потом он играет в самом конце, финал уже, в Большом театре, где этот эстрадный или джазный оркестр назывался, имени Листа прокатного цеха. Вспомнили, да? Вот. Там они занимаются, значит, друг друга водой обливают, ну и так далее, в общем. Там он тоже на рояле играет. И это вот наш саратовский композитор Николай Минх. Он происходит из большой саратовской семьи. Половина их как-то семьи была владельцами пароходов, а половина занималась наукой, медициной. А он пошел в композиторы. И вот сейчас вот эту осеннюю мелодию мы для вас исполним. Раньше она называлась «Осенняя мелодия», «Знакомая мелодия». Вот теперь куда микрофон? Не-не-не.